Студент 5-го курса Анапского филиала АПИ, председатель молодежного политического клуба «Консолидация» Иван Марченко выступил с основным докладом о новых изменениях в избирательном законодательстве России. Первые серьезные изменения в федеральном законе от 22 февраля 2014 года о выборах депутатов в Государственную Думу. Иван рассказал о главном нововведении. Теперь выборы проводятся на основе смешанной системы. Половина депутатов избирается по одномандатным избирательным округам, другая половина – по федеральному избирательному округу. Так как мы являемся правовым институтом, то эта тема очень близка для нас. Ну и, соответственно, мы вот выбрали тему изменения избирательного права и хотим поговорить и сделать акцент о новых молодых политических партиях. С докладом об организации политических партий в России выступил преподаватель Академического правового института, кандидат юридических наук Вячеслав Кашо. На заседание также пригласили заместителя начальника управления по делам молодежи Екатерину Боровскую, членов территориальной избирательной комиссии. Студенты вместе с выступающими обсудили вопросы по явке избирателей на выборы, нужно ли применять административное наказание к тем, кто игнорирует политические события в стране. Каждый гражданин на благо своей страны, он должен рационально распоряжаться своим избирательным правом. Поэтому мы будем продолжать, как молодежный политический клуб, мы будем продолжать работу в данном направлении, а именно просвещение молодых избирателей. И я думаю, мы достигнем больших результатов в этой деятельности. Ребята задавали гостям интересующих вопросы по избирательной системе. В завершении заседания всех студентов призвали принимать активное участие в выборах, так как от каждого голоса зависит будущее страны.